В этом году ветеранам Великой Отечественной войны всех регионов Казахстана выплатят минимум по 1 000 000 тенге. Вице-министр труда и социальной защиты населения Руслан Сакеев заявил, что эти выплаты будут ежегодно пересматриваться в сторону увеличения. Более того, в этом году размер материальной помощи на одного человека в Казахстане оказался намного выше, чем в остальных странах СНГ, и составил 2289 долларов. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны оказывается единовременная материальная помощь в размере 1 миллиона тенге во всех регионах. Несовершеннолетним в бывшем концлагере предусмотрено не менее 100 тысяч тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам погибших воинов не менее 60 тысяч тенге. Супругам инвалидов Великой Отечественной войны и труженикам тыла в годы войны предусмотрено не менее 30 тысяч тенге. Выплаты производятся во всех регионах. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны получают соответствующие выплаты. Осталось всего 3-4 региона.